Испытываете на себе осеннюю хандру? Да. Да. А почему? Ну, потому что перемена погоды очень резкая, и все. Все в основном заболевают. Да и, в принципе, мы тоже уже переболели. Вот прям это чувствуется осень уже. Хотели бы поинтересоваться, ощущаете ли вы на себе осеннюю хандру? Да нет, не ощущаю. То есть у вас все хорошо? Да, все хорошо, солнце светит, все хорошо. А вот что вы посоветуете людям, у которых она наступила? Не знаю, отправиться на юга, в лес сходить за грибами. Чувствуете ли вы на себе осеннюю хандру? Ну, как простуду я не чувствую. Простудными я не болею заболеваниями. То есть хандры еще как бы такой сильно нету. Ну, суставчики только дают о себе знать. А как вы посоветовали бы бороться людям? Бороться? Бороться надо вот спортом заниматься. Хорошо сейчас здесь вот поставили вот эти тренажеры. Вот ходим на велосипед сюда. Сейчас позанимались, вот отдыхаю, теперь сижу после велосипеда. Когда такое солнце, никакой апатии нет. Да, все хорошее настроение, солнце светит. В этом году лето было жарко и осенью очень потрясающе, поэтому наслаждаемся. А вот что вы посоветовали людям, которые все-таки поддались этой апатии? Больше гулять, высыпаться, пораньше ложиться спать, и тогда никакой апатии не будет. Я советую больше гулять, заниматься спортом, любимыми какими-то делами, у кого-то может быть какие-то хобби, увлечения. Вот. И просто быть активными, не поддаваться. Здоровое питание, витамины, и все классно будет.